Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Давай посмотрим, какие у нас тут задачки. Так, нанесите 20 единиц урона героям зеленой тенью и разыграйте 3 зомби с бочками. Хорошо, значит опять зеленая тень. Где у нас зеленая тень? Вот она, родная, стоит. Даже не буду смотреть, ребята, что за колода. У меня на ней могут только быть либо на бобовых, либо же опять на бобовых. Больше там ничего быть не может. Ага. Вот такая вот тут петруха получается, да? Ну что, этого выставляем, получается? Потом ландшафт. Ландшафт, наверное, будем ставить вот здесь. По центру. Ладно, мы сейчас посмотрим, как тут пойдут дела. В данный момент Хуга Гигантус что-то он как-то молчит пока. Думает, видимо. 49 ранг. Все-таки не какой-то там сопляжуй. А неужели у него какая-то заклинашка там есть? Заклинашки у него не было. Да ладно, два ландшафта. Так, куда, значит? Ну, погнали. Так, что же тут-то делать мне? Если я потрачу бусину... Если я потрачу бусину вот таким вот образом, и плюс ко всему прочему еще сделаю вот так и вот так, будет ли мне от этого выгода какая-то? Так, ну допустим. Но это тебе не поможет. Это ерунда. Все? Так, телепорт ставить сюда. Так, бобовые. Бобовые. Так, ну они по два выстрела сделают. Поставим ландшафт, да? Потом. Ну, в любом случае, он вытянуть тогда не сможет. Так, поехали. Блин, сработает же защита у него сейчас. Ну, допустим. Допустим. Так, срабатывает защита. А, у него кровожадность и прочерк здесь. Кровожадность и прочерк.
Итого, ребята, нам надо... Так, он сейчас кого-то сюда поставит. Он сделает, соответственно, выстрел, да? Проверим. Блин. Ну, понятно, понятно, ребята. Вот это вот называется самая заподлянка. Что я могу еще сделать здесь? У меня другого варианта не было. Ну, сделаешь ты заморозку. Пробьешь. Тут пробьешь. Тут только надежда на то, что если у меня сработает защита. Ну... Дальше что? Блин. Хорошо. Дальше что? 1, 3, 5. 5, да, получается? 3, 5. Вот оно, ребята, вот оно. Ну чего ты, блин? А, все. Все, ребят, не прокатит. Твою налево, а? Просто вот, просто, если бы не вот эта вот защита у него, валялся бы там в ногах, блин. Как-то вот... Я говорю, ребята, вот на одной карте обжигаешься и все. Что в снэп, вот пошло не так, и все, и хоть ты тут что делай. Что тут, то же самое. Все, вот она победа, начинается вот эта вот демагогия, блин. Где вот этот был охламон, когда он нужен был? Не было его, все. Так бы выкинул бы там, и все, ребята. Летал бы так, как ссаный веник бы. А так ничего не сделаешь. Возвращает часть урона. Ну давай, возвращай часть урона, ё-моё. В броню. Нам. Я понимаю, что заморозка. Но все равно, ребята, выстрел-то будет сделан. Это на первый ход он заморозил, а на второй-то у нас срабатывает, как ты видишь. Ну, допустим, иди отсюда. Мозги свои ставит. Ладно, ставь. Так, луна. Ну что, я его заморожу, наверное? Нет, тогда вот этого замораживать будем. Или выкидывать его. Пускай будет замороженным нафиг. Так, вот мы его заморозим. Вот так вот мы его заморозим. И сделаем волшебный росток добавляет. Давай так сделаем. Ну вот, вот. Может же, когда хочет. Да, жаль, жаль. Жаль, что у него срабатывает защита. И кровожадность тратит.
А, так 27 ранг. Господи, что я... Тогда все понятно. Ну да. И ты думаешь, это тебе поможет? Ну, давай посмотрим. Ну, заморозку делает. 3 и 2, 5. Там еще 5 в лицо. Ну, там мы поставим, наверное, вот этот вот. И вся энергия, которую он сейчас накапливает, она ему просто не понадобится. Все? Ты кровавую луну хочешь, что ли, замутить? Так я тебе не позволю. Я тебе этого не позволю. Поехали, друзья мои. Ну и остается нам только вот это вот использовать. В принципе, и все, больше тут ничего не надо. Да не успеешь ты ничего здесь сделать. Все, все, успокойся, парень. Вот неугомонный-то, а. Ну, бочкой, все. Все на этом. Поехали. Бочка тебе не поможет. Я знаю, что он там хотел кровожадность, наверное, влепить, скорее всего, но нет. Уж извините, ребята. Опа-на. Получить. И расписаться. Так, и нам нужно теперь разыграть... Чего там? Зомби в бочках, да? 3 зомби с бочками. Ну, зомби с бочками — это у нас к бесенку. Мне бросили вызов зеленой тенью. Давай я... Давай попробуем. Кто-то мне вызов бросил. О, за профессора. Профессор мозг атака. Ха. Да ты что за колода-то у меня такая? Ядрен матрен. О, если здесь эта фигня, ребята, то вообще левак какой-то мне выпал. Ну, хорошо. Давай сделаем так. Поставим орех. У него эврика может быть. Что там еще может быть? 2 зомби. С одной стороны, даже хорошо. У нас урон будет, нам будет чем хильнуться, если что. Давай так сделаю. Ага, как тусенок. Ты гляди-ка, что у нас тут есть. У нас тут есть кактусенок. Блин, зачем ему 3 энергии, а? Вопрос. Зачем ему 3 энергии?
Интересненько. Как по мне. Давай-ка я, наверное, вот так сделаю. А я тебя прекрасно понял, я тебя прекрасно понял, я тебя прекрасно понял. Так, зомби-астронавт. Ну, в общем, до свидания, я тебе скажу. Так, этого валим. Так, защита, срабатывай. Так, ну что, ты доигрался, парень, я тебе скажу. Угу. Как тебя звать там, профессор? Профессор, вы... Вы сфейлились. Хотя у него, я не знаю... Воу, ты даже... О, как ты... Ух, как ты пошел-то жестко. Ты посмотри, а. Ты гляди, а что творишь-то? Все, как говорится, мне карты спутал прямо, а. Так, ну что может быть лучше? Ой, ой, ребята, что тут у нас наклевывается, а? Ты просто посмотри. Ты просто посмотри, что у нас тут наклевывается, а. Это же просто какая-то сказочная комба. Как профессор из этого... А, ну ладно. Допустим. Даже лучше сделал, ребят, нам. Лучше. Чем? Сейчас увидишь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что тут нам надавали? Просто какая-то сказка. Если он... Ага. Если он надеется сейчас сделать... Как бы тебе объяснить-то? Так, я если честно, не помню, ребят, срабатывает ли у нас... Нет. Не срабатывает, к сожалению. Давай сделаем так тогда. Ты хорош, по-моему. Бумс. Ну, считай, тебе повезло, что тебе выпала Эврика. Но это ненадолго, ребят. Это ненадолго. Он меня вот этим решил, да? Напугать сейчас. Ну, во-первых, сделаем вот так. Это раз. Это раз, что мне нужно было сделать. Второе. Делаем вот так вот. Пока хорош. Угу. Дудочка. Дурочка. Ха-хай. Но. И. На, ну вот так вот, если хорошо, хорошо. Поехали. Так, до свидания. До свидания. Орешек, извини. Бомбанул тебя этот хламон. Алина. Ой, я даже не знаю, что и делать. Ой, даже я не знаю, что делать, ребятушки.
как бы мне тут... Ну хорошо. Давай сделаем так. Сделаем вот так. И все. Серьезно? Ну ты вот сейчас серьезно, вот это вот. Ну тогда получи, парень. Да нет, вот это тебя пробьет. Даже можешь не сомневаться в этом. Все, надеюсь. Свой любопытный интерес ты, надеюсь, погасил. Так, ребят, ну а мне надо... Что там? Да, три зомби с бочками. Три зомби с бочками. Я хотел просто проверить. Да, у нас есть зомби с бочками. Как раз это та самая колода. Поехали. Поехали, сейчас навернем, как говорится. Ну, главное, чтобы эти зомби мне выпали. А ведь может так получиться, что они не выпадут. И толку, как говорится, от этого всего никакого не будет. Что-то долго задерживаемся мы на поисках противника. Ну давай ищи. Так, я пока гляну. Чего мне там и не пришло? На зоне заказ сделал. Нет, только 3 апреля. 3, 2 и 3. Не понял я. Только что же вроде как нашли противника. Ты чё, эй? Ну вот, вот. Ой, Роза. Ну тут 50 на 50, как пойдет. И что за Роза? Я знаю, что Роза очень любит уничтожать надгробие. Вот хлебом не корми, дай ей уничтожить надгробие. А также она любит превращать всех в козлов. Есть комбо. А там пускай дальше тратится, что хочет делать. Может терновый куст свой потратить. Может превратить его в козла, если ему так надо. Или ей. Ванг 98. Мне главное... Да, он превращает в козла. Значит, однозначно Роза не на хилах получается, да? Или на хилах? Или я что-то не знаю? Или я чего-то не знаю. Но если я поставлю вот так вот. Я знаю, что эта Роза очень долго разогревается, но в конце начинает выдавать вот этих вот, которые увеличивают заклинашку на 8, по-моему. Вот она начинает их выставлять. И поплыл, поплыл, потихонечку поплыл. Единственное, что если я, например, успею дожить до зомби, который замораживает. Опять же, ребят. Чтобы не было надгробий. Давай его спрячем. Слушай, у меня еще один выпал. А если я сделаю вот так вот? Да, я понимаю, что он не хочет. Он видишь, что делает. Сейчас, кстати, он будет карту брать и получать звездюлей одновременно. Жалко, что у меня вот этот вот пока в отключке. И также не забывай, что у него сейчас... Ну, он меня уничтожит. Превратит в кого-нибудь другого, да? Там, по-моему, либо заморозка, либо превратит в другого зомби. Но если он карту эту возьмет, получит сейчас звездюлей. Нет, он все-таки решил превратить. Ради бога. Ну, как вариант, тоже неплохо. А вот, ребята, и зомби, тот, который нам нужен. Что будет, если я сделаю вот так вот?
Так. Ну вот, ребят, сейчас начнется, короче. Сейчас начнется то, что мы ему в блок пропишем. Ну вот это вот как объяснить, а? Утырок. Он будет ставить своего этого дракона. Заморозку. Заморозка, заморозка. Так, секунду, подожди. Давай сделаю вот так вот. Ба-ба-ба-ба. Будешь свой подсолнух прикрывать или нет? Главное, что здесь было не единичка. О, арбуз. Так, хорошо. Тоже неплохо. Ну, козел нам и даром не нужен. Поехали. Пам-пам-парам-пам-пам. Так, 4 и 3, да? Получается 4 и 3. Так, выкидываем, да? И победа. Бамс, бамс. До свидос. Блин, а зомби с бочкой так и не разыграли. Хотя нет, разыграли. Когда я успел. Ну что, последнего зомби с бочкой разыгрываем, ребята, и пройдено у нас будет здесь ежедневное задание. Плюс еще... Еще будет у нас задание ежедневное. Одна ежедневка, которая идет на основе. Да я сейчас обопьюсь воды. Я уже... Знаешь, сколько я выпил воды? У меня... Так, это сколько литров тут? Трехлитровик. Уже половины нету, прикинь. Поел, называется, рыбки. Дуреть, у меня уже не лезет. Мне живот полный. А не могу успокоиться. Так, давай, наверное, вот это уберем. О, хорошо. О, нормально. Так, посмотрим, кто. Орехи, фасоли, кто у него там? Опа-на. Что-то новенькое, друзья. Это что-то новенькое. Кого же ты сюда хочешь поставить-то? Пока никого, да? Там-тарам-там-там. Ну и что нам тут достанется? Оу, неплохенько. Совсем неплохенько. Так, давай еще пару люлей ему туда. Бэм. Бэм. Так, ну что? Здесь нам получается... Ага. Давай я сделаю вот так вот. Поехали. На тебе. Оп. Теперь-то что нам сделать? Теперь-то что мне сделать?
Мне нужно разыграть зомби. Будем разыгрывать зомби. Да рикошет. Рикошет, серьезно? А, вот так вот ты. Ну ты, парень, не забывай, что возмездие это придет. Ты все равно сейчас получишь. О чем была и речь? Поехали. Ну и что? Хотя у него может быть фасоль, которая замораживает надгробие. Вот это, конечно, будет не очень хорошо. Это тебе не поможет. О, парень. Я не знаю, что он хотел этим сделать. Но все, ему хана. Подожди. Ну да. Да. Ну что, давай свою эту бусинку запускай. Или что там у тебя? Тебе одну единицу урона, ты понимаешь, надо нанести. Хоть ты тут заумножайся. Это полтинник, 50-й ранг. Вот такую вот туфтологию сейчас сыграл. Хотя, может быть. Может быть, это не этот. Может, у него сын маленький играл. Да, ребята, вот мы и получили с вами все награды. И теперь идем вот сюда вот, невероятное событие. Глянем, что здесь у нас. Ландыш начинает игру с нападения. Особенно если с ним играют растения со способностью команда или двойной удар. Давайте сразите супермозга с 30 единицами здоровья. Нет, я попытаюсь, но это не будет легко. Это вообще легко не будет. Так, как-то ни туда, ни сюда. Ну, вот это вот, например, уберем. Вот. Вот. Вот это хорошо. То есть я могу сюда поставить. Блин, и мне не прикрыться никак. Ауч, что сделал? Ты серьезно, блин? Ну, он убрал на того, кого надо, ребят. Лучше бы я вот этого ставил. Все, ландыш отыграл свое. Ландыш, блин, серебристый. Но здесь есть небольшой плюсик у меня. И он заключается вот в этом. Бамс. Бамс. На тебе. Блин, у нас-то здоровье меньше, чем у него. Что-то какой-то прихреневший, тебе не кажется, чувачок-то? Погнали. О, у него еще и кровожадность была. Ну хорошо, гад. Просто тебе не кажется, что он слишком много вот этих вот утырков понабрал? До звезды мне как до Китая раком, поэтому звездочку ставить я не буду. Нет смысла просто. Ну давай проверим. Так, в броню же. Все вроде бы хорошо, все замечательно, но... А что, выбора нету? Как ты мне дорог, а? Как ты мне дорог, вот серьезно тебе говорю.
Так, получается. Ага. Сделаем так. И тогда еще. Тогда еще вот так. Ну у него 3 энергии, блин. Ты понял, у него кровожадность, блин. Ты заколебал, у тебя все, блин, да? Предусмотрено, я смотрю. Все у него тут предусмотрено. То есть и звездануть, и... Ладно, карту все равно заберем. Здесь и поблизости. Но это эволюция, это грибная эволюция. У меня нет грибов. Короче, смотри, что я сейчас делаю. Погнали. Ну его нафиг. Орет там. Эти все в единичку превратятся сейчас. Сейчас все в единичку превратятся. Чего бы он сейчас тут не делал? Он, конечно, сюда может кого-то бросить. Но мы сделаем вот так. А по-моему, я проиграл здесь, ребят. Ну, смотри, видишь, все сделано так, что... Ну-ка, давай проверим. Нет. О, май гад. Я думал, в броню. Нет, ребята, в броню не получилось. Так что все шикарно. Чух, задание дня выполнено. Блин, круто. Вот сейчас мне понравилось. Действительно, таком на адреналинчике сыграл. Так, кто-то меня там просил принять, друзья. Очень давно и уже как бы даже обижается. Тут у нас... Это я вообще не знаю. Вот возьмем Гениуса. Мега взлом хакер. Айвен, 49 ранг. Угу. Это он что ли мне бросает? Или кто? А кто мне бросил сейчас вызов? Ладно, посмотрим сейчас. По-моему, Айвен, он в сети. Нет, Бенамс. А за кого он играет? Бонг Чой, ядрен матрен. Бонг Чой, собственной персоной. Фигово дело. Да ядрен матрен, ну что, ну что, ну что? Давай так сделаем. Начинается, да? У него начинается. Опа. Вот это мне совсем не нравится. Погнали. А Бэмонс, он какого этого? Какой ранг-то у него? Что-то я ранга не вижу. Пропустим ход. Сюда будешь прокачивать, да? Давай сделаем так. Если я сделаю так и вот так. Естественно, ему нужно прикрываться как бы, ну, сам понимаешь, да? Удвоил раз,
Ну, вот я понял, на что он тут. Здесь понятно, что сработает защита у него. Два удара по земле, да? Псих-то этот. Нет. Не стал ты этого делать. А мне кажется, зря ты не стал это делать. Хотя... Ну что, если я сделаю вот так, например, и вот так? Да господи, тыкву откуда-то взял. Кто ты тыкву-то взял? И... Мне нужно 2 единицы урона нанести, да? Я не знаю. 2 удара по земле. Опа! А дальше? А дальше, парень? Дальше-то ты не подумал? Да, дальше, видимо, не подумал. Ну, все, друзья мои. Давайте, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.